Ого, это что-то новенькое. Бет, у тебя снова сменился знак? Да. И какая у тебя теперь способность? Я еще не поняла. Ну ладно, еще успеешь понять. Слушай, когда пойдешь в школу, сможешь отдать это вашему директору? Что это? Да мелочь, просто отдай ему, сама не читай. Ну ладно. Интересно, что мама могла написать директору? Взгляну одним глазком. Зануда. Эй, привет, Бет. Привет. Что за записка у тебя в руке? Да моя мама написала это для нашего директора и сказала отдать ему, а мне запретила смотреть что там. И ты ее послушала? Нет, но предупреждение из будущего тоже сказали мне не смотреть. Их я послушала. Элизабет, что ты хотела? Директор, моя мама... Что, передала мне что-то? Эту записку? А что? Отдай ее, раз она мне. Это не вам. Моя мама просила передать, что на шторы скинет на следующей неделе. До свидания. Эй, Бет, ты чего такая задумчивая? Дэн, да так, неважно. Слушай, я давно уже хотела это сделать, решился сейчас. Может, ты бы пошла со мной на бал в конце года? Что? Я? С тобой? Да, мы будем отличной парой. Да я с радостью... откажусь. Что? Я говорю нет. Ну ты и курва. Ну что, ты отдала записку директору? Нет, мне нельзя ее отдавать. Почему? Я не знаю. Слушай, Сара, а ты могла бы прочитать, что там написано, и рассказать мне или намекнуть? Да, конечно, давай. О, господи, здесь написано. Я не могу тебе этого сказать, Бет.